В Чебоксарах произошел очередной пожар, на этот раз по улице 324-й стрелковой дивизии, дом 23. Сигнал о том, что из квартиры 6-го этажа валит дым, поступил сотрудникам МЧС в минувшую субботу около 14 часов 30 минут. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений очевидцы уже наблюдали открытое горение из окна. На тушении было задействовано 6 единиц пожарной техники. Также работали сотрудники скорой медицинской помощи. Я просто вышла из церкви. Смотрю, горит. Рамы все были еще на балконе. Я добежала до остановки сюда, и все горит, горит. А быстро потушили пожар? Быстро. Я так поворачиваюсь с сестрой. Я говорю, смотри, с 4-го этажа пламя идет, сильный пожар, вот такой прямо. Она говорит, бежим домой, горим. Это парень-то говорит. Началось с лоджии. Воспламенилось прям вот так вот. И зашло в квартиру. Некоторым не повезло оказаться во время пожара внутри дома, в соседних квартирах. Всего эвакуировались 10 жильцов, которые с ужасом вспоминают момент возгорания. Газ выключила, я и побежала. Так и думаю, где бы нюхать. Начала, вышла в коридор, нюхала. И с балкона дым уже идет. Я вызвала 112. Это ваш сосед был? Да, да. По соседним квартирам. Сначала дорабанить все двери, кто у кого знает, вот сверху. Одна сказала, там горит. Пожарные потушили пламя примерно спустя полчаса с момента тревожного сигнала. Погибших нет, а вот причина возгорания все еще уточняется. Анна Центовская, Юлия Адюкова, Республика.